Молодец. И сегодня, как уже много зим подряд, мы проводим фестиваль из цикла фестиваля, вспоминая классиков авторской песни. И естественно, как всегда, нам помогают наши иногородние друзья. Я всегда каждую зиму расстраиваюсь, что мало-мало обнинских исполнителей. А потом меня, во-первых, утешает количество иногородних исполнителей, а во-вторых, я думаю, что это доказывает нужность того, что мы делаем. Хотя эти имена кажутся известными, их не тиражируют каждый день, да, телевидение, радио. Вот, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы они не уходили из нашей культурной жизни. Спасибо. Я рада видеть, сколько вас сегодня, что мы все единомышленники. Но начну, как никогда, ни в один из год, мы начнем с другого автора. 1 января 2015 года нас покинул замечательный автор, песню которого, хотя бы одну, все мы поем, так сказать, с юности. И я подумала, что минута молчания – это все-таки не для авторов песен. Наверное, вспоминать их правильнее их песнями, минутой песни. Евгений Бачурин исполнит его песню Татьяна Пучко, наш гость из Москвы.